Пока первая покупка относительно неизвестного китайского смартфона, который довольно-таки большой по размерам, но качественный пока. Единственное, что не понравилось нам, это работа интеллектуальной камеры, которую нельзя отключить. И она, собственно, очень плохо выбирает параметры для съемки. Хотя вот в портретном режиме все работает отлично, и при ярком дневном свете то же самое. Видео вполне качественно снимает, звук отличный, есть расширение памяти от 64 внутренних до 256, также на две симки он. Порт подключения не Type-C, а стандартный micro-USB будет. Цвет мокрый асфальт, ну мне лично напомню, пластиковая крышка задняя, камера опять же задняя. Это 13 мегапикселей и 0,8, а внешняя фронтальная не особо качественная для видеозвонков пойдет на 0,8, на 8 мегапикселей. Вес его небольшой. Ну, собственно, все, что я главное хотела про него сказать. Связь вроде ловит вполне прилично, правда, с интернетом были проблемы. Может быть, это от оператора зависит. Пока еще пришлось удалить с него множество мусорных программ российского и китайского производства, которые бессмысленны полностью. А так, вполне за свои деньги качественный, конечно, ныне более дорогой, чем ранее, и принадлежит марке Tecno, которая только недавно вышла на российский рынок и, возможно, еще себя зарекомендует с более удобной стороны. Всем вам пока. Смотрите мои видео, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки или дизлайки, ждите новые обзоры, множественные и разные. Пока первая покупка на